Дмитрий Юрьевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит и чем мы здесь занимаемся? Спортзал у нас тут. Спортзал. Здорово, Витек. Здорово. Чего ты только что? Чего ты такой запыханный? Не запыханный. 7 февраля. 7 февраля. Да, приближение весны. Ты на фоне книг. Мы можем ее положить реально, и мы можем продолжить. Нормально, так мы продолжаем, да. Хорошо, ты доволен, что Юрич проиграл? Конечно. Вань, неси шапку. Давай, сейчас. Юрич, давай.